Существует поверье, если пожениться в уникальный день, то и семейная жизнь будет счастливой. В этом году высоко котируется 2 и 22 февраля, 02-02-22 и 22-02-22. Завораживающее сочетание. Правда, эта мечта перфекциониста вывела на просторы интернета продавцов красивых дат. Авторы этой услуги уверяют, что забронировали дату желаемой свадьбы и готовы прийти в ЗАГС и там отказаться от своей брони в пользу покупателей. Цена вопроса зависит от региона. В начале января разбег цен варьировался от 10 тысяч рублей, например, в Иваново, и доходил до нескольких миллионов в Москве. Встречались такие объявления и в Самаре. Только вот настоящие службы такого не предлагают, поясняют эксперты. Это все происки мошенников. Сейчас интернет-сервисы начали отклонять подобные объявления, чтобы никого не вводить в заблуждение. Но, тем не менее, некоторым все же удается обойти препоны. В ЗАГСах не устают напоминать, вышеуказанная схема продажи дат невозможна. День заключения брака выбирается бесплатно. Со всех точек зрения такая схема невозможна. На сегодняшний день заявление подается через портал госуслуг, через личный кабинет каждого заявителя. Бронируется число, время. Заполняется персональными данными заявления, теми, которые конкретно принадлежат тому или иному человеку, третьим лицам, не может быть передано или продано, или передарена эта дата. При этом сотрудники ЗАГСа добавили, что в случае отказа от регистрации брака занятый слот не освобождается. Он остается закрепленным за парой, подавшей заявление до назначенной даты. При этом отмечается, что в Самарской области нездорового ажиотажа на эти дни нет. И на магическую дату 22.02.22 сегодня еще есть свободные места. Ведь многие пары традиционно выбирают даты, которые предшествуют выходным. Да и время года любят потеплее. 22 августа 2022, 22 июля 2022. В данном случае мы в интересах граждан открыли эти даты. 22 августа 2022 года является понедельником. Но мы по желанию наших пар открываем для оказания услуги заключения брака. Тем временем специалисты по тайным знакам и силам Вселенной убеждены, что время свадьбы стоит выбирать, посоветовавшись со звездами. Если мы говорим про 02.02.2022 года, то там, собственно говоря, ситуация такая. Луна в Водолее, в принципе, здесь нейтральное положение. Но данная дата, она благоприятна будет для тех, кто любит приключения. Те пары, которые являются единомышленниками друг с другом, друзья. Если мы говорим про дату 22.02.2022 года, честно, никакая бы она ни была красивая, я бы ее не рекомендовала, так как там Луна в Скорпионе. Скорпион – это драма, это нервы. Поэтому, если вы не успели занять желаемую дату свадьбы, не расстраивайтесь. Астрологически благоприятными для влюбленных будет первая половина июня, период с 18 по 25 июля и вторая половина августа. Ольга Хамракулова, Григорий Плешаков. События.